Волонтеры протестуют возле областной администрации. По их словам, воинам АТО перестали выплачивать положенные деньги. Также военные не могут получить путевки в санатории и бесплатную медицинскую помощь. По словам участников митинга, не выделяют деньги и семьям погибших бойцов. Просили навести порядок, просили, чтобы вовремя были выплаты участникам АТО, чтобы было нормальное лечение. Но этого ничего не происходит. Поэтому мы ходим, мы просим, мы приносим бумажки, мы постоянно ждем какие-то обещания, они нам даются. Но ничего от этого абсолютно не меняется. К волонтерам вышла заместитель Михаила Саакашвили Соломея Бобровская. Она анонсировала встречу с главой ОГА. Мы вас запрашиваем в понедельник на встречу с главой администрации. Хочу вас благодарить. Стороны заявили, что на этой встрече и найдут пути решения проблемы.